Всем привет! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. В этом видео я хочу показать вам, как связать вот такую куколку-балеринку. Видео состоит из трех частей. Это первое, в которой мы будем вязать ручки и ножки. Для вязания необходима пряжа Yarnart Jeans, менее половины мотка основного цвета и примерно половина моточка дополнительного цвета для платья и пуантов. Коричневый цвет для волос, но тоже в очень небольшом количестве. Крючок я использую 2 мм, глазки размером 8 мм. Наполнитель еще также потребуется и что-нибудь для укрепления шеи. Например, проволока, палочка для суши. В общем, что-то в этом роде. Давайте я вам сейчас покажу поближе мою куколку. Она получается маленькая, миниатюрная. Благодаря тому, что ручки и ножки у нее сгибаются, она может принимать разные позы. Что, мне кажется, очень красит ее именно как балеринку. Ее даже можно посадить на шпагат. Все основные моменты я вам вроде бы рассказала. Но если какие-то вопросы у вас возникнут в процессе вязания, вы всегда можете смело написать мне в комментариях. Я постараюсь вам помочь. Всем приятного вязания! Ручку мы начинаем вязать с кольца амигуруми. В кольцо набираем 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Колечко затягиваем, вяжем следующий ряд, второй. Во втором ряду провязываем подряд 5 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Первый столбик в эту же петлю, второй. И снова также первый столбик в эту же петлю, второй. Вяжем так еще 3 раза. В общем, у нас должно получиться в ряду 10 столбиков. Провязали. Следующий, 3, 4 и 5, 3 ряда провяжите по 10 столбиков. Провязали. Следующий ряд, 6, вяжем 1 столбик без накида и провязываем убавку. Убавку я вяжу, захватывая только переднюю полупетлю. Еще 2 раза вяжем также. 1 столбик без накида и убавка. Один столбик без накида и убавка. И довязываем еще 1 столбик. Добавляем наполнитель в нижнюю часть. Дальше вяжем следующий 7 ряд. Провязываем 7 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой. В 8 ряду мы вяжем прибавки. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. 1 столбик, в следующую петлю прибавку. Второй раз. 1 столбик. Следующую петлю прибавка.
И третий раз. Один столбик и прибавка. И провязываем еще один столбик. Провязали. Получилось у нас сейчас в этом ряду 10 столбиков. Вот так выглядит ручка. Дальше нам нужно с вами провязать с 9 ряда по 18 ряд. Всего получается 10 рядов по 10 столбиков. Добавляем наполнитель. У меня наполнитель добавлен вот здесь. Здесь на переходе его поменьше, вот который мы только что связали. Убавка, ряд и прибавки. Дальше наполнитель до серединки я тоже добавляю. И наверху тоже везде добавляю. То есть пустых мест у меня на ручке нету. Сильно много добавлять не нужно, чтобы ручка не была такая прям слишком пухленькая. Ну, понемногу добавляйте. Все, вяжем 10 рядов. Все, провязали, добавили наполнитель. У меня ручка вот плотно набита. В последние где-то 2 ряда я уже добавила совсем немножко наполнителя, иначе он будет потом мешаться, вязать следующий ряд. В следующем ряду мы с вами провязываем 5 столбиков, но соединяя две стороны. Получается, вводим крючок в следующую петлю и захватываем сразу же петли со второй стороны. Вот так. Петля находится сразу за ниткой. Не пропустите ее. И провязываем вместе первый столбик. Дальше точно так же провязываем следующие. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Вязание разворачиваем. И теперь мы начинаем вязать следующий ряд, 20-й, за полупетлю, которая ближе к нам. Сначала провязываем вот эти полупетли, потом разворачиваемся и за оставшиеся полупетли. В общем, нам надо провязать 10 столбиков. Вводим крючок под самую первую петлю, захватывая только ее половинку. Вот так. И провязываем первый столбик. Дальше точно так же захватываем полупетельку, вяжем второй столбик. Третий. Четвертый. И пятый. Вот теперь смотрим, с этой стороны у нас остались еще полупетельки. Теперь за эти полупетли также провязываем еще 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Вот что у нас получилось. Далее мы снова вяжем с 21 по 30 ряд 10 рядов по 10 столбиков. Провязали 10 рядов, вот что у нас должно получиться. Также добавляем наполнитель. Последние пару рядочков можно оставить пустыми. И теперь смотрите, где у вас заканчивается вязание. Нам нужно будет снова провязать ручку, захватывая обе стороны, так же, как мы здесь сделали на локоточке. Если у вас не хватает столбиков для того, чтобы было ровненько, обратите внимание, где у меня заканчивается вязание.
Даже, наверное, вот мне сейчас надо провязать еще один столбик. И тогда уже у меня будет вязание заканчиваться параллельно с локоточком. Одинаково. Может быть, вам потребуется провязать несколько столбиков. У всех петли смещаются по-разному, поэтому количество тоже может быть разным. Выровняли. И теперь также провязываем вместе 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, и пятый. Воздушная петля. Ниточку вытягиваем не длинную, потому что пришивать ничего не надо. Мы ручки ввяжем сразу же в туловище. Все, первая ручка готова. Точно таким же образом вяжем вторую. Также в конце выравниваем, чтобы они были одинаковые с толкоточком. Вот что у нас получилось. Вяжем вторую ручку, переходим к вязанию ножек. Ручки провязали, теперь приступаем к вязанию ножки. Вот я уже связала первую, вот так она выглядит. Начинаем мы вязание с кольца амигуруми. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Колечко затягиваем. Во втором ряду мы провязываем подряд 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первый, в эту же петлю второй. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Следующие ряды, начиная с 3 по 7. Всего получается 5 рядов, провяжите по 12 столбиков. Вот такая деталь уже получилась. Дальше смотрим очень внимательно, потому что мы будем вязать пяточку. Вяжем 3 столбика без накида. Первый. Второй, третий. Вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Провязываем 4 столбика в другую сторону. Первый столбик начинается сразу возле крючка. Не пропустите его. Вот он вот здесь. Он очень плотный, потому что там был соединительный. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Снова соединительный столбик в следующую петлю. Воздушная петля. Разворачиваем вязание в эту сторону. Теперь вяжем 5 столбиков.
также начиная с первой петли от крючка, не считая воздушной, ну, там, где был соединительный столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и в следующую петлю вяжем соединительный. Вот она у нас следующая петля в седьмом ряду. Соединительный столбик провязали, воздушная петля, и разворачиваемся. Провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И теперь смотрите, вяжем соединительный столбик в петлю седьмого ряда. Вот. Вот сейчас должно быть хорошо видно. Вот сюда я провязываю соединительный столбик. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Все, это мы с вами сейчас провязали пяточку. Дальше мы уже будем вязать, как обычно, по кругу, без разворотов, без соединительных столбиков. Так, теперь вяжем следующий ряд. Вот здесь считаем от носочка сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов у нас было провязано. Следующий ряд у нас идет 8. Все время ряды считаем вот так сверху. Начинаем вязать. Также вот у нас первая сразу петля. Провязываем сюда первый столбик без накида. В следующую петлю второй. В следующую петлю третий. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой столбик. Это мы сейчас провязали по петлям пяточки. И теперь вот здесь спереди у нас остается 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем их. Всего должно получиться 12. Получается, сейчас вот вяжем после пяточки 8 столбик. 9, 10, 11 и 12. Вот что у нас получилось. Такая маленькая ножка. Дальше уже вяжем также по кругу. По 12 столбиков. Получается, следующая петля вот у нас первый столбик этого ряда. Здесь можно потуже провязать, чтобы не осталось вот здесь этой дырочки. Вот так. Ничего не должно здесь выглядывать. Ну вот, все красивенько, все аккуратненько. Это мы провязали сейчас первый столбик уже следующего ряда. Сейчас считаем сверху на носочке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов мы провязали. Дальше с 9 по 25 ряд всего должно получиться 17 рядов. Мы вяжем по кругу по 12 столбиков.
Должно получиться у нас вот так. Вяжем до коленочки. И добавляем наполнитель, не забывайте. Наполнитель я добавляю до верха, прям до последнего ряда. Провязали, посчитали, в общем, должно быть 25 рядов. Теперь складываем деталь пополам, так, чтобы носочек смотрел ровненько прямо. Еще можно вот с этой стороны посмотреть, будет более понятно, сколько нужно будет. Вот, сложили, теперь смотрим. Мне для того, чтобы носочек смотрел ровно, надо провязать еще 2 столбика. У вас может быть больше столбиков, потому что петельки смещаются у всех по-разному. Так, первый столбик провязываю и второй. Вот теперь смотрим. Вот так у меня должно быть ровно. Наполнитель я добавляю до последнего ряда. Плотненькая у меня здесь вся деталька. Теперь мы провязываем так же, как делали это на ручках. 6 столбиков без накида, соединяя две части вместе. Две половиночки. Вяжем. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Разворачиваем вязание. Теперь вяжем, только захватывая одну полупетельку, ближнюю к нам. Вводим крючок сразу же под первый столбик, захватывая только одну полупетлю. И провязываем один столбик без накида. Дальше следующее. Также захватываем полупетлю. Второй столбик. Такой же принцип, как и на ручках вязали. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Разворачиваемся. И по этой стороне также провязываем 6 столбиков. Захватывая оставленные полупетельки. Уже считаем 7-й столбик. 8-й. 9-й. 10-й. 11-й, и вот здесь в уголочке 12-й столбик. Вот что получилось. Дальше следующий ряд. Провязываем 12 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый столбик. Вяжем 29 ряд. Провязываем 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И вяжем прибавку. Еще раз вяжем 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И прибавка. Получилось у нас сейчас 14 столбиков. С 30 по 34, всего 5 рядов, провяжите по 14 столбиков. Провязали. В 35 ряду вяжем 6 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и провязываем прибавку. И еще один раз вяжем точно так же. 6 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и вяжем прибавку. Получается у нас сейчас 16 столбиков. Дальше с 36 по 39 ряд, всего 4 получается у нас ряда, провяжите по 16 столбиков. Провязали эти 4 ряда. Дальше последний столбик оставляем недовязанным. 2 петли на крючке. Берем ниточку цвета платьюшко и довязываем столбик уже другой нитью. Вот так. Теперь оставляем пока эти хвостики, мы позже их завяжем на узелок. Теперь вяжем следующий ряд соединительными столбиками. Можно их чуть-чуть послабее вязать, чтобы потом было удобнее вам. Первый, второй, третий, четвертый, весь ряд с соединительными столбиками, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. И шестнадцатый. Вот такой у нас получился ряд. Теперь эти два хвостика я завязываю на узелочек. Даже на несколько. И
прячу внутри ножки. Все, теперь продолжаем вязание. Это ряд у нас был. Все, теперь продолжаем вязание. Это был у нас ряд 40-й. Дальше мы вяжем 41-й ряд. Вяжем его, захватывая. Сейчас попробую сделать поближе. Захватывая верхнюю полупетлю из соединительного ряда. Вот так. Нижняя остается. Верхнюю захватываем. И крючок вводим под петли предыдущего ряда, полностью захватывая две петли. Вот так. Вот у меня на крючке одна петля из соединительного ряда и две из предыдущего ряда. Вытягиваем, провязываем столбик без накида. Так весь ряд. Снова вводим крючок под верхнюю полупетлю соединительного ряда и сразу же захватываем петли предыдущего. Второй столбик. Третий. Четвертый. Благодаря этому наш ряд становится вот такой ровненький, переход цвета без зазубринок. Очень красиво. И аккуратно это смотрится. Довязываем так ряд до конца. Довязали этот ряд. Дальше мы уже вяжем, как обычно, захватывая только петли предыдущего ряда. 42 и 43 ряд провяжите по 16 столбиков без накида. И сразу же добавьте после наполнитель в ножку до верха. Провязали и теперь делаем так же, как с коленочкой. Складываем ножку пополам, смотрим, чтобы все было ровненько, прямо. Мне для того, чтобы соединить ровно, необходимо провязать один вот этот столбик. Посмотрите на ваши детали. Может быть, потребуется провязать большее количество. Все, я его провязала. Теперь складываем деталь пополам и провязываем, захватывая обе стороны. Всего провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И восьмой столбик. Если это вы связали первую ножку, то делаем воздушную петлю, вытягиваем ниточку, не сильно длинную, и обрезаем. Если эта ножка у вас вторая, то просто вытягиваем нить, не обрезая. Сейчас будем переходить к вязанию туловища.